Поняли? Дальше отойдите. Вас всех присыпать. Отходите, я буду ждать. И мы на концерте голосуем за Путина. А почему в Белгород не голосуем? Потому что мы за Путина. Мы не даем. Отойди, да! Мы? Нет, мы не приехали голосовать. Да, с закрепительными, да, с закрепительными будем голосовать. Но другая задача. Есть где, но у нас другая задача. Я хочу за Путина голосовать, потому что я только с ним вижу будущее. А вы нет, да? Мы будем сейчас голосовать только. Только да, сейчас пойдем голосовать. А как вы так, такой толпой на один участок засунули? Не на один участок, на разные участки. Разные? Каждому автобусу? Да, у нас есть очень много разных задач. Сегодня день голосования, сегодня будем голосовать в Москве. Ну, а вы могли бы не сюда не приезжать, проголосовать в Белгороде? У нас есть свои задачи здесь, в Москве. Как минимум, мы будем на концерте вечером. А что за концерт? Концерт поддержки Владимира Путина на Манежной площади. Мы придем на Манежную площадь 10 часов и будем на концерте. А сейчас мы пойдем голосовать на избирательных участках. Ну, как вы хотите его поддерживать? Мы, во-первых, будем радоваться. Мы знаем, что Путин победит. А почему вы будете радоваться? Победе. Победе нашего кандидата, за которого мы голосовали. Я же говорю, что я голосую за Путина, все ребята, которые сюда приехали, не будут голосовать за Путина. Я доверяю им. А вы считаете, что он победит? Да, я уверена в этом. А никаких вариантов больше нет? Нет, я 100% уверена, что Владимир Владимирович Путин победит. Надолго вы приезжаете? Куда? Сюда приехали. Надолго? Нет, на один день. На один день, потом на день выборов, да, после концерта. А за чей счет вы сюда приехали? За свой? Ну, какая разница? Да нет, мы просто... Я не хочу отвечать на эти вопросы. Значит, ну тут буквально сразу, как 8 часов наступило. Обычно людей так не бывает 8 утра. А тут сразу автобусы начали подъезжать, один за одним. Ну, то есть вот этих вот ограждений не было. То есть люди просто наваливались на эти столы. То есть ну, всем нужно побыстрее закончить и уехать. Каждый автобус был там свой организатор или на... Скорее даже на 2 или на 3 автобуса был организатор. Они стояли в сторонке вот где-то здесь посередине и ждали, соответственно, своих подопечных. Вот куда они приехали, выяснилось, то ли из Балашихи, а может еще откуда-то. Привезли документы, я сама видела, были эти списки. Они не были внесены в список, но они, по ходу дела, своими списками приехали. Мне вообще неизвестно, кто эти документы делал. Все, вот эта карусель прошла, причем были здесь автобусы, вот тут вот, на площади, и большие карусы стояли за европейским. Вот знаете, в течение 1,5 часов вот эта вся масса прошла. Просто за 1,5 часа вот наши урны просто уже наполнились сверху. И ну, где-то еще 1,5 часа вот остатки, тут стояли организаторы, дожидались своих последних. Тут, где уже последние просто навалились на стол, каждому хочется побыстрее уехать. С утра начался организованный подвоз голосующих. Как оказалось, это они голосовали по спискам от организации, это были строители из Подмосковья. У них регистрация не Москва, а даже не Подмосковье. Также здесь были люди из соседних мест работы, это торговый центр «Европейский», в частности, ЧОП «Витязь». Мне удалось поговорить с человеком, который организовывал, который координировал приход голосующих. У него был список, которому отвечал проголосовавших от этой организации. То есть я считаю, что это было однозначно давление работодателя на своих работников, с тем, чтобы они проголосовали. Я не уверен за то, что он давил и говорил, с кого ему нужно голосовать, но то, что контролировался явка, это точно.
председателя участковой комиссии. У того мужчины, мне кажется, можно расспросить о том, чем они занимались в синей папочке, вот в кепочке, вот тот мужчина. Да? Ну, мы зашли, значит, вот двое мужчин сидели в буфете с какой-то синей папкой, в которой были отдельные списки. Люди, которые вставали в очередь, регистрировались в этих списках. Вот. Это потом... происходило на избирательном участке? Нет, это происходило ну, так в они буфете. Могут, это же какой-то там, да, может, да, версионный. Да, может, вот какая-то когда мы попытались часть, поинтересоваться, что это за списки, люди очень испугались, сложили синюю папочку и убежали из буфета. Вот эти люди, вот они, вот, пожалуйста, мужчина, но он уже, по-моему, скрылся. Неправда, он не скрылся. Он просто отошел. Вот, чего? Можно с ним пообщаться, пойдемте. Может быть, они... Пойдем, ничего не выключай то. Прокомментируйте, что у вас за списки были? У меня да. Списки моих людей, которые должны проявить гражданскую активность и прийти 100% проголосовать, чтобы не тратить бюджетные деньги. Так, а ваши люди, почему они регистрируются в буфете? Они не регистрируются в буфете. Что это за ваши люди, как вас зовут? Какова ваша должность? Я как моя? Кандидат имею право вас спросить, вы почему-то мне не ответили. Ну, а я не знаю, что вы кандидат, я никаких не видел у вас, ни документов, ничего. Вот у меня, скажем так, такая же камера есть. Ну, я Кормишин Алексей Юрьевич, начальник управления научно-исследовательского. Да. У меня куча ученых, которые должны прийти, проявить активную гражданскую позицию. То есть это не военная часть? Почему? Это военная часть, научно-исследовательский центр, военная часть. Помогаем организовывать выборы. Это наши права и обязанности. Есть еще кто в Фрунзенское, дом 18? Давайте ваших начальников сюда. Кого-нибудь. Сейчас они. Сейчас мы ознакомимся все вместе, будем читать закон о средствах массовой информации. Да, тогда я говорю. Уважаемые пассажиры, перевозка мелких домашних животных. Да, устроили смену. Уважаемые пассажиры, за отправление пассажирского поезда номер 348 пассажиров занять свои места и проверить наличие проездных документов, а провожающих выйти из вагонов. Счастливого пути! Что интересно? Там еще за Путин, только за Путин.
участка на вход. Если в помещении кто-то остался, кто еще не проголосовал, мы его ждем. Так, у нас все на месте. И вот эту дверь тоже. Будьте добры, закройте, пожалуйста. Нет, подписывать мы не можем. Ставь ее сюда. Золотые слова. Сейчас пока, подожди. Увеличенную форму заполняй. Не дергаем. Не надо, не дергаем. А, нормально держится пока. Так, главное вот эти запчасти не потерять, потому что их нужно будет сдать. Запчасти. Нету, да? Все видят, пустая. Высыпаем. Дно показываем, дно. Там есть еще. Значит, разбираем ее. Все бьет, молодец. Разбираем ее, значит. Убираю ее туда, прям туда, в угол. Посмотри, нету, не приклеился, ничего. Опа, аккуратно. Дно, аккуратно, дно, туда, тоже, в сторону. Оно бледное, мы не берем. Ничего страшного, мы сейчас не считаем, уже все. То есть там начинается формировать. Все считают.